Указ о президентских выплатах пенсионерам подписан. Выплачивать их обещают в ближайшее время. Расскажем, когда. Об этом и не только. Уже прямо сейчас вы смотрите «Давеча». Меня зовут Наталья Бакерина. Здравствуйте. Пьяный бесправник сбил женщину на пешеходном переходе. А кировчанина, убившего ребенка, отправят за решетку надолго. Россиянам будут рассказывать о том, сколько заработали на пенсию. Уведомления начнут присылать уже после 40. В Минздраве пояснили новое правило вакцинации. «Спутник Лайт», например, подойдет гражданам за 60. В России дешевеют авиаперелеты. Особенно упал ценник на полеты в Сочи. В какую сумму обойдется полет туда-обратно? На улице Лепсе у дома номер 42 пьяный бесправник сбил кировчанку. ДТП произошло накануне вечером. По данным ГИБДД, 49-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2106 наехал на 62-летнюю женщину. По предварительным данным, кировчанка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал. В результате происшествия женщина получила травмы. Сообщается, что водитель был пьян. Кроме того, у него не было прав. За убийство малолетнего 18 лет лишения свободы. Такой срок получил 42-летний кировчанин. 11 мая этого года он выбросил из окна квартиры на 5-м этаже 1,5-годовалого ребенка своей знакомой. Вместе с ней они распивали спиртное. Преступление мужчина совершил, как прозвучало на суде, испытывая неприязнь к мальчику в то время, пока мать отлучилась в магазин. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, у прокуроров возникли вопросы и к тем, кто обязан был следить за жизнью семьи убитого ребенка. По факту ненадлежащего организации работ и бездействия сотрудников Кировского центра социальной помощи семье и детям информация органов прокуратуры направлена председателю областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Кировской области. Россиян будут информировать о пенсионных накоплениях. Глава Минтруда уже утвердил порядок этого информирования. Приказ подписал министру труда и социальной защиты России. В документе говорится, что уведомления о размере пенсии будут получать женщины от 40 лет и мужчины от 45. Сообщения будут направлять раз в 3 года. Кроме размера будущих выплат, в них будут данные, сколько стажа вам не хватает до выхода на пенсию. Приказ вступит в силу 1 января 2022 года. А тех, кто уже на пенсии, выплаты ждут очень скоро. Президент Владимир Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей. Документ размещен на сайте Кремля сегодня. Единовременная выплата придет уже в сентябре вместе с пенсией. Об этом сообщают в правительстве Кировской области. Заявление для получения средств подавать не нужно. В Минздраве обновили правила вакцинации от коронавируса. Теперь вакцину «Спутник Лайт» можно использовать для пациентов старше 60 лет, повторной вакцинации и для тех, кто переболел COVID-19. Кроме того, препарат «Спутник Ви» теперь можно применять ВИЧ-инфицированным для профилактики коронавируса через 4 недели после начала антиретровирусной терапии. В Кирове продолжают работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Привиться можно и спутником Лайт. Эта вакцина стала доступна теперь и жителям микрорайона Митроград. 26 августа с 5 до 8 вечера мобильный пункт будет работать на улице Краснополянской у дома номер 3. Желающим пройти вакцинацию будут предложены спутник Ви и спутник Лайт. При себе необходимо иметь паспорт, полис УМС и СНИЛС. В городе работают и другие мобильные бригады врачей. Кроме того, прививку можно сделать и в круглосуточных пунктах вакцинации. Адреса на ваших экранах. Пик курортного сезона резко дешевеют авиабилеты в Сочи. Скидки доходят до 50%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Это связано с избытком перевозок и ограничениями внутри регионов России. Сообщается, что средний чек авиабилетов туда-обратно по стране подешевел на 15-20% в сравнении с 2019 годом. В лидерах по снижению цен Сочи, например, билеты в этот город из Москвы на 24 августа можно купить за 1500 рублей в одну сторону, а далее на даты в августе за 2000-2500 рублей. В среднем по стране цена составляет около 7-9 тысяч рублей за билеты туда-обратно. До пандемии в августе такие билеты можно было купить за 15-20 тысяч рублей. Скончалась актриса Кировского драматического театра Наталья Исаева. Народная артистка России умерла на 61-м году жизни из-за болезни. В феврале этого года она отметила юбилей.
Вы видите кадры с ее концерта. На счету актрисы множество ролей в спектаклях. В нашем драмтеатре она проработала 38 лет. Печальное известие пришло не одно. Также стало известно о том, что скончалась член Общественной палаты области Наталья Катаева. Она была председателем Совета женщин Кирова, членом правления Кировского отделения Российского детского фонда. О времени и месте прощания будет известно позднее. Шизоид с калашом, так окрестили жители южного микрорайона своего буйного соседа. Судите сами. Если система видеонаблюдения вашего дома показывает это, что тут еще подумать? Жители испугались, что мужчина целится в кого-то из подъезда, да и вообще ведет себя неспокойно. Мимо идут дети, это видео вызвало панику в чатах жильцов района, они вызвали полицию. По указанному адресу на улицу Современную был направлен наряд патрульно-постовой службы. Гражданин был доставлен в отдел полиции. Изъятый у него предмет является макетом автомата. В настоящее время он направлен на исследование. Мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Собираетесь за грибами, подумайте о безопасности. Ежегодно в лесах Кировской области растет число тех, кто отправился по ягод-грибы и пропал. На сегодня зарегистрирован 51 случай исчезновения людей в лесах региона. Живыми нашли не всех, 9 человек до сих пор числятся в списках пропавших. Сегодня в лесу около трассы Подгоряна-Шихова прошел квест. Сотрудник полиции отряда «Лиза Алерт» рассказали и показали правила поведения в подобной местности. Отправляясь в лес, нужно взять с собой полностью заряженный телефон, желательно еще и с пауэрбанком, питьевую воду, перекус, лекарства и быть в яркой одежде. Если все-таки вы потерялись, Google карты даже без интернета определяют ваше местоположение и выдадут координаты, которые необходимо сообщить по телефону 112. Называете себя, как вас зовут, что вы потерялись в лесу, но у вас имеются карты в телефоне и показывают такие координаты. Соответственно, служба 112 данную информацию передает полицию, МЧС, и к вам выдвигается спасательная группа. Оперативно следить за новостями можно также и в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а в 13:30 продолжение сериала «Проводница». В студии работала Наталья Бакирина. Всего доброго и до свидания.